Все, я снимаю видео. Угу. Распаковка телефона умерла. Мне же интересно, как это они все рассказывают, когда из него. Я, конечно, по упаковке не силен, уже какая она маленькая. Она просто с детскими ножницами делается это все. Ножик, ладно. Упаковали, в принципе, терпимо. Ну, если честно, а можно было и лучше. Лучше было видно. Вот он. Коробушка. Кстати, видно, что открывали. Ну, смотрится он, конечно, круто. Каркас ощущается, что из металла, и видно, что открывали его сразу кто-то. И холодный. Очень-очень холодный. Наверное, где-то в Киеве на складах целый день был, то я даже опасаюсь его включать, честно говоря. Аккумулятор высовывали. Из наклеечка, чтобы защита идет. Две карты. Посмотрим, что внутри. Я тут думаю, она стандартная после фаера. Все идет. И пленочки. Каркас, конечно, класс. Лоховодный. Ау. Ну, я так думаю, пока включать я не буду. Типа, пусть отогреется сначала. А потом я уже включать буду. Типа, и покажу вам видео. Нажимайте классную кнопочку.